Малый и средний бизнес, крупные предприятия, органы исполнительной власти и общественные организации объединит Восточный технологический форум, который пройдет с 26 по 28 апреля на территории концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена». О самых интересных его событиях рассказали на пресс-конференции. Форум, безусловно, это очень большая площадка, которая должна объединить все эти участники бизнес-процессов, нашли общий язык, смогли пообщаться между собой, выработали новые решения и нашли точки соприкосновения по стратегии развития. В работе форума будет обсуждаться тема импортзамещения. Компании-экспоненты продемонстрируют и технологии, и строительные материалы. Здесь продукцию собственного производства представят более 10 предприятий. Также особенность мероприятия – работа музея предпринимательства и промышленности. Дальше будем надеяться, на следующих площадках этот музей будет расширяться. И мы будем показывать, каким образом развивалась промышленность и предпринимательское сообщество здесь. И покажем всем нашим промышленникам и гражданам, что мы могли делать когда-то и 100 лет назад, и 50 лет назад. И обсудим это, почему у нас иногда не получается делать это сейчас. Дети сложные в русские места. Юрий Жилинский также добавил, что в форуме будут участвовать более 100 компаний из 14 регионов России, 70% участников – представители Приморья. Анна Дьякова, новости на Восьмом.